Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и сегодня мы с вами будем делать салат. Салат! Для этого нам понадобится кукурузка. Очень. Я буду готовить две чашечки на меня и сына. Здесь по две ложки кукурузы. Также нам понадобится одна помидорка, две морковки, два пластика лука и два яйца. Сейчас будет готово второе яйцо. Очищаем яйцо. Повтори. Очищаем яйцо. Вот. Начнем мы с морковки. Хотя нет. Давайте начнем мы с лука. Лук мы мелко режем. Лук у меня сырой. Так, теперь мы чистим, режем, вернее, морковку, разрезаем ее пополам. И вот так вот частями. Так, теперь я разрезаю помидорку также на две части. Так, и наши яички. Я их крошу всегда вот так вот. В руке. Также мы добавляем специи. Здесь у меня молотые семена тыковки. Я их очень люблю в салате. Мы добавляем себе и немножко ребенку. Упала таки она, да? Упала. Неожиданно так. Также сушеный чесночок. Совсем понемножечку для вкуса. Он немножко, если его много добавить, то он островатый получается. И также молотый кориандр. Немножечко ребенку, чтобы привыкал к специям. И себе чуть-чуть побольше. Так, ребенку я сделаю с подсолнечным маслицем. Чуточку добавляю ему. Себе я делаю с майонезом. И так очень вкусно. Ну, с майонезом, конечно, вкуснее. Также можно добавить зеленый перчик. Тоже очень вкусно. И макаю потом беленьким, свежим хлебушком. Вот такой он красивый. Очень, кстати, салат очень вкусный. Мы его с сыном готовим почти каждый день. Вот. Ну, конечно, своей помидоркой будет гораздо вкуснее, но сейчас вот зима, мы его вот сейчас готовим. Попробуйте обязательно дома. Может быть, уже кто-то делал или ел его. Очень вкусно, я рекомендую. И простой, простые рецепт, вернее, рецепт, да, простой, продукты простые, дома они у всех есть. Так он выглядит. Всем спасибо за просмотр, с вами был канал Art Money, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно, также смотрите мои другие ролики, мои рецепты, кулинарии, влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем, моему сыну 2,5. Вот, обзоры на продукты, на технику. И всем пока-пока.